Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Здорово, отец. Добро пожаловать на новый долгожданный выпуск топовых новостей по Free Fire. Да-да, вы просили вернуть новости на канал, и я вас услышал. Возвращаю. Но стоит сразу же отметить, что отныне формат новостей будет не такой, как раньше. Видеоролики будут выходить в двух вариантах. Расширенная версия и сжатая. Сжатая версия на моем канале, а расширенная на канале BePlay. А, в смысле? А я думал, не понял. Дело в том, что с недавних пор мы заключили договор о сотрудничестве. И теперь часть моего контента делается при их поддержке. В расширенной версии будет еще больше интересных новостей. Плюс в каждом выпуске любителей халявы будет ждать конкурс на алмазы. Ссылочка на BePlay есть в описании. Ну а сейчас присаживайся поудобнее, прожимай мне лайкос и погнали смотреть топовые новости по Free Fire. Сегодня в выпуске. Итоги ежегодного мирового чемпионата по Free Fire. Обзор 49-го июньского пропуска. Обзор глобальной обновы и всех ее нововведений. Новый питомец, новый персонаж, новые сеты и новые карты. Несколько слов о возможном новом оружии и ближайшей коллаборации с бразильской исполнительницей Анитой. Это и многое другое в первом выпуске топовых новостей по Free Fire. Free Fire World Series. В субботу, 21 мая, состоялся грандиозный финал чемпионата мира по Free Fire. Сказать, что зрелище было потрясающим, это не сказать ничего. Лучшие команды мира встретились на поле боя, чтобы сразиться за звание чемпиона. Чемпионами в этом году стала команда Attack All Around. Ребята достойно сражались и показали высочайший уровень игры. И мы считаем, что они вполне заслуженно получили этот кубок. Я просто похлопаю. К сожалению, в этом году из-за всем известных событий команды от нашего СНГ региона участие в турнире не принимали. И что-то мне подсказывает, если бы на турнире были наши команды, то эта победа для пацанов была бы ой какой непростой. Если бы вообще она у них была. Потому что наш СНГ регион по праву считается одним из самых сильных регионов в игре. И в следующем, 2023 году, мы это обязательно докажем. Делайте скрим, пацаны, в следующем году СНГ будет первым. Но это не точно. Жми лайк, если согласен. Глобальное обновление. Теперь, что касается нововведений, которые будут ждать всех игроков со следующим глобальным обновлением. Давайте пробежимся по самым главным моментам. Во-первых, нас будет ждать новая карта в режиме личный остров. Это что-то типа поля для игры в бейсбол 20 на 20, которые игроки смогут украсить по своему вкусу. Кстати, в этом же режиме отныне можно будет ставить боевые башни, которые при появлении игрока вблизи будут по нему стрелять. Башни также будут разрушаемы. Как по мне, очень прикольная штука. И хотелось бы увидеть эти башни и в других режимах. Например, в той же самой королевской битве. Идеальным будет, если эти башни будут стоять по периметру синей зоны и, так скажем, охранять топовый лут на карте. Гарена, если вы это смотрите, задумайтесь. Идея, как по мне, очень здравая. Помимо новой карты на личном острове, появится и новая карта для режима закладка бомбы, выполненная полностью в городской тематике. Полный обзор карты у вас на экране. Лично я давно ждал подобную карту в игре, и кажется, разработчики меня наконец-то услышали. Выглядит просто охренительно. С обновлением обновятся и некоторые эффекты с текстурами. Например, изменится появление аирдропа. Отныне это будет не простой луч света, а полноценная анимация. Оружие, разбросанное по карте, также будет отныне подсвечено разными цветами. Новую анимацию и подсветку получат разбросанные по карте коины. Будет более детально проработан персонаж Джоза, а Антонио получит новую анимацию. Текстура контейнеров будет немного видоизменена. Укрытие станет еще более удобным для режима битвы отрядов. Также с обновлением в игру добавится новый питомец. Им станет этот маленький дерзкий акуленок по имени Финн. Помимо питомца нас будет ждать таинственный персонаж. Его имя и внешний вид, к сожалению, не раскрывается, но известен активный навык. Также добавится новое оружие М24. Легкая снайперская винтовка, которая отличается от стандартной АВМ более повышенной скорострельностью и в полтора раза сниженным уроном. И наконец, самое главное, новое оформление для меню со статистикой рейтинга. Новый пропуск. В моих руках оказался обзор следующего уже 49-го по счету пропуска. Его главные награды у вас прямо сейчас на экране. Из более-менее крутых наград лично я выделяю скин на доску, симпотный скин на рюкзак и довольно забавную эмоцию. И, пожалуй, на этом все. Главные наборы лично мне не особо зашли. Уж очень они какие-то специфичные, и собирать из этого сеты будет довольно сложно. Обязательно пишите в комментариях, как вам этот пропуск. Будет интересно прочесть ваше мнение. Прочие сливы. Следующим эволюционным оружием станет М4А1 – Пламенный дракон.
Как по мне, очень красивый скин. Конечно, если прокачан на максимальный уровень. Вдогонку к скину на максимальном уровне прокачки нас будет ждать и новая эмоция. Пишите в комментариях, как она вам. По-моему, выглядит очень эпично. В ближайшее время в игру добавится набор вещей в стилистике киберпанка. Нас ждет мужской набор, скин на катану и скин на вектор. Помимо всего прочего, вероятнее всего, совсем скоро в игру будет добавлено новое оружие ближнего боя. Помните, в первом анимационном фильме по вселенной Free Fire был момент с выбором оружия. Там нам показали электрический хлыст. Так вот, многие игроки считают, что именно этот хлыст и станет новым оружием. Появится оно в новом обновлении или нет, остается загадкой. Но лично я склоняюсь к тому, что оно все-таки появится. Но не факт, что именно в этом ближайшем обновлении. Также в скором времени в игре появится очень забавная коллекция кроссовок в виде медвежат. Обязательно пишите в комментариях, какой из этих скинов вам нравится больше всего. Лично я хотел бы забрать их все. Ну уж простите, я очень сильно люблю медведь. Новая коллаборация. Следующей крупной коллаборацией Free Fire станет коллаба с бразильской исполнительницей Анитой. Кто это такая, честно, я не знаю. Уж не особо я любитель бразильской музыки. Но главный набор из этой коллабы выглядит горячо. И вероятнее всего, нас также в этой коллабе будет ждать фирменный клип, как это было в других коллаборациях, типа с LJM, Славой Мэрвел или Ириной Кайратом. Ждем очередную пушку от Гарет. Друзья, это были все самые топовые новости по Free Fire на сегодня. И я очень надеюсь, что они вам понравились. Хотя нет, погодите, стоп. Забыл рассказать о самой главной. Отныне канал BePlay будет еженедельно радовать вас не только стримами с турнирами, но и очень интересным развлекательным контентом. Например, у нас в планах брать интервью у самых популярных стримеров. Пишите в комментариях, с кем хотели бы пообщаться в первую очередь. И возможно, именно он станет первым нашим гостем. Также в ближайшее время мы откроем собственную школу выживания, в которой будем делиться с вами различными фишками и лайфхаками для игры. С помощью наших советов вы гарантированно повысите свой игровой скилл. И как вы уже поняли, будут выходить еженедельные новости. Пишите, кстати, в комментариях, как они вам. Может быть, вы хотели бы что-то изменить или что-то улучшить, что-то добавить. Я все ваши комменты прочту и сделаю следующий выпуск еще круче. Увидимся в следующем видео и на стримах. Пока.